Oh, it's a 6-minute one. Okay, let's check it out. No ads. Okay. Apparently, this is going to be a pretty funny video. Let's see. Subtitles are English. Okay, perfect. Let's check it out. Here we go. Mare bella donna, è un bel canzone. Sai che ti amo, sempre amo. He is wearing a wig. Donna bella mare, credere cantare. Wait, let me return because I missed some of that. Mare bella donna, è un bel canzone, sai che ti amo, sempre amo. Donna bella mare, credere cantare, dammi il momento che mi piaci più. Woo! Uno, uno, uno complimento. Okay, so this is Dimash singing. Was that before Dimash? Was that Igor Krutoy singing? Made for fun during the quarantine. Terrible Italian. Okay. Momento, che mi piace più. Woo! Una, una, una complimento. Oh, sacramento, sacramento, sacramento. Mare bella donna, стоп, еще раз. Ай, кентямо, сенти прямо, еще раз. Ке не пьячи пью. Шикарно. Просто пой, Димаш. Идеально. Это остается. Вот это все у нас уходит сюда. Так, давай невидимочки еще. Они там случайно высоко держали. Комично, комично, да-да. Еще повыше? Да. Тогда все-таки меняем на гитару? Ну да. Давайте так, чтобы в игре очень могла мандолина быть под грифом гитары. Да, да, да. Так. А что это вы тут делаете? Did you recognize that was Billie Jean from Michael Jackson? А что это вы тут делаете? Песню для Яковлевны изучил им. Песню для Яковлевны разучиваем. Еще разочек. Разучиваем. Разучиваем. Еще раз. Еще разочек. С хоккеистом? Зачем с хоккеистом? Нам хоккеист не нужен. Так она не одна пойдет, а с хоккеистом. С хоккеистом? А нам хоккеисты не нужны. Есть. Еще один дубль. Все то же самое. Весь выложился. Мотор. Камера. Формула любви 1.1. Я еще не могу сока пить. Тебе и не нужно пить. Ой. Тебе и не нужно пить. Ты пой. Пой, Димаш. Да, отлично. Вот то же самое сейчас. Стоп! Отлично. Алло! Это продюсерский центр Игоря Крутого! What the hell is this? Не Игорь Яковлевича. Алло! Yeah. Who is this? Да. Ой, Игорь Яковлевич, здравствуйте. А вы до какого часа сегодня работаете? What is going on? Да. Ой, Игорь Яковлевич, здравствуйте. А вы до какого часа сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет, мы не знакомы. No, we don't know each other, but I really want to know her. Но я очень-очень хочу познакомиться. Я просто без ума от вашего творчества. Особенно то, что вы делаете для Николая Баскова. Так, значит, до 4 будете. Я вам еще обязательно позвоню. Я очень-очень настойчивая. Жду. I don't think the subtitles are very accurate, though. Singing classes. Нет, живут же композиторы. В
Влекут ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, так это старье. What is that? А, это новая песня для Димаша. Is he trying to sing some notes that Dimash usually does, but it's not possible? I'm wondering that myself too, Loredana. Oh my god. Is it the wrong video? Well, what song is it then? Or what video was it? Kristen, if you want to, if it's the wrong video, you can always send me. Should I watch this further on, or do you want another video? Guys, let me know, Kristen. Should I watch this further on or continue? Okay. All right. Это новая песня для Димаша. Я люблю, когда есть ты рядом, я без тебя я не могу прожить и дня. А, музыка отстой, а стихи монументальные. А, ну это же Гуцериев. Дорогие товарищи композиторы, храните свои произведения в ячейках Сбербанка. Если они, конечно же, у вас есть. Специально для Аллы самый популярный дуэт современности вывел свою формулу любви. Ой, а что это вы тут делаете, а? Песню для Аллы Яковлевны разучил я. Хочешь послушать? Для Аллы? Конечно, хочу. А чего же не послушать-то? Тогда приходи, когда стемнеет, на сеновал. А чего же не прийти-то? Приду. Только уж и вы приходите. А то давеча Димаш позвал, а сам не пришел. Так она не одна придет, а со своим хоккеистом придет. А зачем нам хоккеист? What is this about this hockey player? Хоккеист не нужен. Маре Беладонна, е он бель канцоне, сай кентиамо сен прямо. Донна Бела Маре, кредере кантаре, дами ил моменто, ке ни пьячи пью. Это песня об удивительной женщине, которая родилась в середине февраля. Но день рождения празднуют в середине марта. Поэтому друзья решили подарить ей календарь. Алла с итальянского переводится как сестра. Поэтому друзья решили подарить середине февраля. The name Alla translates from Italian to Igor's sister. Водится как сестра Игоря. Сегодня мы все поднимаем. So let's raise all the glasses and drink. Бокалы и пьем за тебя. Потом снова наливаем и пьем за тебя. Вместе. Снова и на брудершафт. Потом мы целуемся и снова пьем. Игорь Яковлевич, я не могу столько пить. Тебе и не нужно пить. Ты пой. Просто пой, Димаш. Una, 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 complimento, o sacramento, sacramento, sacramento. Mare bella donna, è un bel canzone, sai che ti amo, sempre amo. What was the purpose of this video? What was the purpose of that? Like, it's for fun, of course. I know. But I think it would be like, I think people from, I don't know, Kazakhstan or Italy would probably get more of that because I don't understand all of what they're saying. Like,
I don't know if there are some references in this video that I didn't get, perhaps. Okay, that was pretty random, but thanks for suggesting, Kristen. That was something different. That was pretty lighthearted. Let's say that.